Всем привет! Ранее демонстрировался процесс сушки, которым я остался доволен. А сейчас будем набирать. Набирать будем при помощи компании Canada Peptides и StarkFarm. По Канаде будем использовать инсулиноподобный фактор роста. По StarkFarm гейнер. Будем увеличивать колораж. Креатин, ну и мои любимые БЦА. После сушки тренировки были нерегулярными, питание по сути не контролировал, то есть был такой своеобразный двухмесячный отдых. Сейчас же будем набирать результаты, буду демонстрировать. Спасибо.